На этом языке говорили Леонардо да Винчи, Лучано Паваротти и Федерико Феллини. Сегодня во всех городах страны проходит региональный этап Олимпиады по итальянскому языку. Впервые к Всероссийской Олимпиаде по этому предмету присоединились и школьники из Ивановской области. Интеллектуальный турнир по итальянскому проходит в два тура. Накануне школьники выполняли письменную часть Олимпиады и показали свои знания культуры Италии. Устная же часть проходила сегодня на факультете РГФ в Ивановском государственном университете. Участникам дали ровно 5 минут на подготовку ответа на вопрос. Баллы начисляются за правильную постановку предложений, соотношение времен и умения свободно изъясняться на иностранном языке. Его культурой, его произношением. Он является довольно красивым языком, очень красноречивым, любовным, романтичным. Поэтому, ну, просто нравится. Душа меня к нему тянет, так как я там жила. Я жила там 11 лет и просто хотела проверить уровень собственных знаний. Поэтому я решила участвовать. Задания такого плана действительно очень интересны, поскольку позволяют нашим школьникам продемонстрировать знания не только языка, но и культуры страны, изучаемого языка, что очень здорово.